Ну, чё перейти на эску, потому что она с 4 пуль убивает в тело, и отдача у нее, ну, проще контролится. На дальней дистанции это, ну, очень, ну, даже не то, что решает, на дальней дистанции намного проще жать, потому что отдача меньше, и глушитель есть. Не всегда понятно, откуда по тебе стреляют. Будешь и дальше с ТМкой играть? Ну, пока да, пока не вижу смысла переходить обратно на 30-ку. Ну, это я еще просто не играл с 20 патронами. Но мне кажется, я так же сам останусь. Почему на Бласте было 25 патронов? Потому что мы играли на старом обновлении.